Инфляция и нежелание бизнеса снижать цены. Такие причины назвал замглавы федерального Минэнерго Павел Сорокин, объясняя тот факт, что даже при удешевлении нефти топливо в России, наоборот, дорожает. Такая ситуация наблюдается в нашей стране не первый год, поэтому многие фирмы переходят на альтернативную энергетику. Среди них транспортная компания ИТЭКО, чей тверской филиал развивается особенно интенсивно. Василий Иванович уже полвека вот так вот бодро садится за руль. Сегодня это новенький КАМАЗ, который пополнил парк тверского филиала транспортной компании ИТЭКО. Он, как и точно такие же полсотни машин, работает на газе. Водители уже успели оценить удобство подобных грузовиков. Например, во время заправки топливом. Если бы там пришел пистолет, вставлял, здесь тебе специалист заправляет. И все. Ну, вам-то это лучше получается? Ну, получается, да, что мы как бы руки не пачкаем. Вышел, отошел от машины, он тебя заправил, все, шел, готово, пошел, сел, поехал. Ну, конечно, самые главные плюсы машин, работающих на сжиженном газе, это экологичность и экономичность. Затраты вдвое меньше, чем на дизель, который, как и бензин в нашей стране, только дорожает. Такой грамотный подход к пополнению своего автопарка – лишнее объяснение тому, почему компания ИТЭКО за 17 лет своего существования стала одним из лидеров на рынке грузоперевозок России. Трудоустройство водителей и все нормативные отчисления у нас идут, все в белом, все в открытом виде. Компания ИТЭКО «Россия» в 2020 году была включена в реестр Министерства транспорта Российской Федерации как системообразующее предприятие. Тверской филиал не исключение. За три года состав автоколонны достиг 300 машин. Закупки новой техники продолжатся и дальше. Поэтому здесь ждут новых профессиональных сотрудников, вне зависимости от возраста. Ведь тому же Василию Голубеву уже 70 лет, и работать в ИТЭКО ему очень нравится. Доволен, зарплата нормальная. У нас же много пожилых пенсионеров работают. Работают ребята, молодцы. Относятся по-человечески. Почему не работать? Участника сейчас так не поработаешь, там все пальцы веером гнут. А еще все, от шофера до сотрудников ИТР, отмечают, что зарплата и премии здесь выплачиваются официально. Это еще раз говорит о том, что ИТЭКО – солидная, надежная, динамично развивающаяся компания, в которой себя уверенно чувствует каждый работник.